Ребята, всем добрый день. Сегодня у нас работа будет уже в полях, так называемых, да? Мы начинаем свой обзор жилого комплекса «Звездный берег». Подъехали к нему. Давайте посмотрим, какие здесь у нас изменения в квартире, в которой мы делаем ремонты. Вот, замечательный комплекс. Сданный, подключены все коммуникации, уже люди здесь живут. Мы достаточно много здесь сделали уже ремонтов. Вот, и сегодня на нашем обзоре ремонт чистовой, поэтому пойдемте посмотрим. По поводу стоимости чернового ремонта, здесь у нас сохраняется цена 15 тысяч за квадратный метр с материалами, ну и чистовой будем просчитывать отдельно, согласно какие у вас здесь будут сложности по ремонту. Здесь у нас находится как раз прораб Алексей, закреплен за этим комплексом, и сейчас мы пойдем наверх. Так, поднялись мы на 7-й этаж. Смотрите, здесь вот такая вот однокомнатная квартира, но сделали ее студией. Черновой ремонт мы закончили. Это стяжка пола, перегородки, это электрика, это разводка сантехническая. Приступили к чистовому ремонту. Давайте посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь вот такой формат плитки керамогранита. Очень смотрится неплохо, я вам скажу. Здесь у нас будет стиральная машина. Здесь умывальник. Зеркало. Здесь ванная. Вытяжка. В общем, все очень даже неплохо выглядит. В сером таком вот цвете. Завезли сюда уже ламинат, подложку. Здесь кухонная зона, где сделали керамогранит. Вот черного такого формата. Ригельная здесь система, вентиляция для кухни, разводка вся необходимая. И на балконе также выложили вот такую плитку, тоже симпатичный цвет. Потому что выбирают все какой-то белый, ну он уже как-то, мне кажется, приелся. И вот так вот, видите, как соседи сделали, можно поставить столик, кресло и пить кофе, например, да, любоваться зеленью. Такие вот у нас здесь изменения. Жилой комплекс «Звездный берег». Так, ребят, следующий объект — это у нас дом, который находится в Хосте. Значит, микрорайон Приморский, 150 квадратных метров, еще и эксплуатируемая кровля. Здесь мы производим черновые работы, а также Роман, который у нас занимается строительством, занимается кровлей. Немножко вам тоже покажу, какие будут изменения, какие планы. Значит, дом имеет вот такой вот фасад, вентилируемый. Заходим мы в дом, где уже есть планировка квартиры. Планировку разрабатывал наш планировщик совместно с нашей клиенткой, и получились вот такие вот комнаты с большими окнами. Штукатурные работы мы уже закончили, блоки сделали из газосиликатного блока десяточкой. Внутри санузла у нас здесь производятся работы по штукатурке цементной, перегородочку такую установили. Далее здесь есть подсобное помещение под лестницей. И также вот такая просторная кухня-гостиная, в которой имеются два панорамных вот такие вот окна. Светлая, просторная получилась гостиная с высокими потолками, без торчащих каких-то углов, колонн и так далее. Также наверху мы сейчас поднимемся. Также окно здесь, даже два. И тоже планировка квартиры, ой, дома. Здесь вот такая вот. Есть санузел, который имеет вот такие вот размеры достаточно большие. Окошечко есть здесь. Комната еще одна спальная с большим окном. И здесь уже просматривается море. И выход на эксплуатируемую кровлю. Сейчас мы поднимемся по лесенке. Не знаю, наверное, ее будут переделывать. И вот здесь вот мы видим
ребята переделывают ограждение, которое было уже сделано. Вот, покраской. Роман внизу, он снимать будет отдельное видео. Здесь также планируется создание вот этого вот каркаса, выхода на второй этаж, как вот делают это вот соседи, да. И также, ну, возможно, застекление какое-то будет. И также здесь будет террасная доска. В общем, зона отдыха для вот этого прекрасного, классного вида панорамного на море. В общем, вот такие вот у нас успехи в этом доме. Следите за нашими выпусками. И если вам нужно что-нибудь построить, в том числе и дом, например, да, что-то с придомовой территории сделать, пожалуйста, к нам обращайтесь. Мы занимаемся и строительной сферой. Сейчас мы посмотрим, как дела у Романа. Роман сейчас находится на объекте, где происходит строительство дома. Я напомню, что мы занимаемся теперь и строительством дома, поэтому можете к нам обращаться. Сейчас конкретно мы прорабатываем, я уже говорил, но все-таки для того, чтобы сказать вам четкую цифру, сколько чего обойдется, нужно все-таки бумажки, просчеты, и тогда мы вам покажем, сколько будет стоить самый доступный дом, который мы придумали. Потом будет дом, который уже строился, и на него уже также есть проект, который имеет площадь там 140 квадратных метров, двухэтажный дом тоже со сметой уже, это мы прямо вот скоро отдельное видео снимем. Ну и какие-то нюансы тоже будут выходить на нашем канале. Давайте посмотрим, что там Роман нам расскажет, покажет на строительстве дома, в котором он сегодня находится. Дорогие друзья, всех приветствую на нашем канале. Нахожусь я на одном из наших проектов, так сказать, где я веду технический надзор на время строительства. Здесь я уже нахожусь порядком полутора лет. Начинали мы этот объект с монолитных стен, то есть мы здесь делали большое количество монолитных стен, и то они еще не вообще, в принципе, все не закончены. Также сейчас уже возвели практически две монолитных коробки. Это у нас будет дома хай-тек. Вкратце я сейчас о них обязательно расскажу. Сейчас мы подготавливаемся к заливке и последнему перекрытию. То есть мы сейчас занимаемся сборкой опалубки. Также занимаемся сборкой лестничной клетки на доме номер один. На доме номер два лестничная клетка уже готова. Так что давайте я вам вкратце расскажу, что мы выполнили за это время и как это было выполнено. Так что погнали смотреть. Итак, начнем. Находимся мы на нижней части участка, где у нас имеется разделительная стена, которая разделяет у нас участок номер один от номера два. Выполняли мы ряд работ по опорным стенам, то есть опорная стена раз, опорная стена два, опорная стена три, четыре, пять и там выше шесть, семь и посередине. С задней стороны пока не делали, где будет у нас разграничивать парковку от уровня, где стоит дом. Что касается самих домов. У нас дома стоят на 16 сваях диаметром 530 мм, глубиной 5 метров. И где-то в аргелите у нас порядком полутора метров находится фундамент. Фундамент, как вы можете заметить, мы специально занизили практически уровень земли, но земля немножко уберется, поскольку заказчик просил, чтобы у нас территория вокруг дома, территория бассейна должна быть практически вровень, там порядка 5 сантиметров будет разница от уровня входа в дом. Естественно, также после того, как мы сделаем кладку блоков, мы будем делать гидроизоляцию торца стыка нижнего блока и монолита, чтобы у нас никакая сырость от отмостки не проходила. Что касается монолитного каркаса, здесь у нас имеется ростверк 600-600 мм. Внутри ростверков залита монолитная плита 16 мм. Далее у нас идет само монолитное перекрытие, которое выполнено у нас из 19 колонн 300 на 300 мм и двух колонн 300 на 600 мм, которые у нас именно находятся на террасе. Далее, перекрытие. Перекрытие толщиной 16 мм с ригельной системой. Ригельная система 300 мм на 450 мм и имеется вот такая вот
прекрасная лесенка, которая нас ведет на второй этаж. На втором этаже сейчас выполняются работы по сборке опалубки. То есть также мы выставляем опалубку на колонны и сейчас подготавливаются нижние части ригелей. Естественно, это мы все делаем по нивелиру, выставляем. То есть вчера мы приезжали, залазили на крышу того дома и оттуда нивелиром полностью пробивали уровни колонн, чтобы у нас было все в одном уровне. Здесь на втором доме у нас есть такой помост между домами. Сейчас быстренько пробежим. Оп. Здесь у нас полностью завершены монолитные работы. Стойки у нас стоят для того, чтобы бетон набрался 100% прочности, хотя этому перекрытию уже порядка 2 недель. Погода нам в этом году позволяет периодичностью работать, то есть нету дождя, мы работаем, есть дождь, мы не работаем. Но вроде бы, когда у нас имеется уже фундамент, работу можно производить даже в небольшую пасмурную или с небольшим дождиком погоду. С домов открывается вот такой вот шикарный вид, это в сторону Олимпийского парка. Отсюда даже видно стадион Фишт и, в принципе, Абхазия и море. Ну и, конечно же, горы, но сейчас уже снег с гор, ну не везде, уже сошел. Так что работы ведутся полным ходом. Следующим этапом мы буквально со дня на день, я думаю, что на этой неделе или на следующем начале будем заливать следующее перекрытие. И сегодня мы приступаем к кладке блоков. Основные внешние стены у нас будут выполнены из газосиликатного блока 300 мм. Перегородочные блоки у нас будут 150 и 200 мм. Так что приступаем. Видеоотчет сниму также чуть-чуть попозже, наверное, на следующей неделе, чтобы уже появился также новый фронт работ. Всем хорошего дня. Наконец-то в офисе хотя бы солнышко появилось, потому что у нас погода наладилась. Ребят, смотрите, какая посылочка мне пришла. Угадайте, что здесь? Не угадаете. Здесь электрическая газонокосилка, триммер. Я вам ее покажу позже. Как будут у нас выходные, нам уже нужно подстричь травку, которая уже подросла. Ну и решили все-таки беспроводную купить. Поэтому я покажу вам, расскажу, а вдруг кому-нибудь такая штука пригодится. Ну а сейчас мы с вами заканчиваем уже рабочий свой день. Вы пишите в комментариях, как вам понравилось наше видео или нет. Обращайтесь по поводу ремонта, будем рады вам помочь. Напомню, что у нас планировочное решение в черновом ремонте абсолютно бесплатно, поэтому для вас это будет очень удобно, комфортно. Мы разработаем именно планировку с вами, которую вы захотите. Не то, что вам предоставим какие-то вот стандарты, да, вот есть несколько там по фруктам, по аллее парк, там по каким-то другим комплексам, которые у нас там есть, Альпийский квартал, какие-то вот планировки готовые. Ну и разработаем именно ту, которая вам будет самая функциональная и удобная. Цифры на экране, номер, по которому вы со мной связываетесь, подпишитесь, колокольчик нажмите, чтобы не пропустить следующее видео. Хорошего вам настроения, удачи, пока!